Сейчас ситуация изменилась. Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктике, в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных. Поэтому особые слова благодарности хотел бы адресовать всем, кто внес свой вклад в создание этого нового зимовочного комплекса. В том числе, конечно, и компании «Новатэк». Причем до недавнего времени условия на станции были весьма скромными, аскетичными, можно сказать, далеки от современного уровня комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первое строение, насколько я знаю, уже под снегом давно погребены, а даже чуть более поздние, частично или полностью погружены до 5 метров в снег. Количество работ. Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды и, конечно, для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках союзного государства России и Беларуси. Планеты. Но такие темпы, которые показывает Россия, Россия является лидером изучения Антарктики на сегодняшний день. Никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна, Советский Союз. Мы вместе работали. Много ученых было с разных городов, поселков работали там. Ну, если кто-то надеялся, что это все погибнет, оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень. И...